Это у нас офис менеджеров. Обычно они работают за такими конторочками, но сегодня мы покажем вам обзор на столик для ноутбука UpDesk, за которым работает Полина. Полина, расскажи, пожалуйста, о своем рабочем месте. Да, конечно, с радостью расскажу про этот прекрасный столик для ноутбука. Я работаю за обычным стандартным столом и за ним. Просто чередую положение, стоя и сидя в течение дня. Здесь очень легко меняются все полочки, все крючки, переставляется все, можно настроить под себя, под свой рост. Вот у меня уже настроено под свой рост. Я просто переставляю ноутбук и все, и работаю стоя. А вот. Подскажи, а если вот у тебя локти висят, тебе это не мешает в работе? Ну, слушай, нет, на самом деле мне не мешает это. Я от руки пишу довольно редко, поэтому мне абсолютно нормально, мне кажется, если бы я бы хотела, чтобы локоть не висел, то уже бы перешла на конторку, но меня это как-то абсолютно не беспокоит, на самом деле. Вот. Угу. А расскажи, что вот это за штучка интересная? Да, это подставка для ноутбука. Она создает такой удобный наклон, что экран становится прямо напротив глаз, и шея не наклоняется, и не встает. Печатать удобно. Спасибо большое, Полина. Работай дальше, не будем тебя отвлекать.